На старт, внимание, марш по новым дорожкам. Этой осенью уроки физкультуры в 110-й школе будут популярными. В образовательном учреждении ремонтируют стадион. Это завершит масштабное обновление, которое началось еще в рамках федеральной программы модернизации школьных систем образования. Поменяли оборудование, сделали фасад, провели ремонт. Огромное спасибо нашему губернатору Виктору Петровичу. Здесь большой вопрос был о финансировании, попадании в программу. И три источника финансирования позволили нам выделить на эту школу 80 миллионов рублей. Когда мы приезжали и смотрели, мы увидели, что в плачевном состоянии находится сам стадион. Город выделил еще 6 миллионов на ремонт стадиона. Беговые дорожки и газон уже заменили, обустроили универсальную спортплощадку. Скоро приступят к установке новых футбольных ворот, волейбольных стоек и баскетбольных щитов. В мэрии подчеркивают, что такая инфраструктура будет востребована не только школьниками, но и жителями района. Школьный стадион в микрорайоне – это самая доступная среда, где могут заниматься жители спортом. Это не школьный стадион, это уже полноценный спортивный стадион, если здесь еще и трибуны поставить, то, конечно, можно и какие-то соревнования проводить. В следующем году планируют благоустроить подъездные пути и территорию вокруг 110-й школы, чтобы в городе росло число комфортных спортивных пространств. Добавим, что с 2019 года в Барнауле отремонтировали уличные спортобъекты в 26 школах. Еще в 8 работы ведутся в этом году. Анастасия Дороган, «День с толком».